Конкурс очень простой, там даже раздеваться не надо, честно. Троих, ладно, я понял, веселых мужчин нету, хотя бы смелые есть мужчины. Троих смелых мужчин от 18 до 92 лет. Конечно, кто как не братишка отзовется на приглашение поиграть. Аплодисменты брату. Да идемте уже, ладно, что вы. Хорошо, так. Вот, сразу конкурент нашелся. Он, по-моему, ждал, когда вы выйдете. Да, замечательно. Так, и еще одного мужчину нам надо. Нет, есть, вот сидит задумчиво, смотрит, думает, выйти, не выйти, выйти, не выйти. Все-таки выйти. Все, нам повезло, да, что ромашка с нечетным количеством лепестков оказалась. Поэтому выйти. Итак, хорошо? Дорогие друзья, уважаемые мужчины, эти аплодисменты для вас. Но дело в том, что конкурс у нас парный. То есть прямо сейчас вы должны найти в этом зале для себя напарника или напарницу. Дело в том, что в этом конкурсе мы не будем друг от друга тереться, обниматься, обжиматься, целоваться, тем более раздеваться. Конкурс очень приличный, поэтому в принципе вы можете выбрать любого гостя в этом зале, кроме жениха и невесты. Итак, дорогие друзья, внимание, каждый дуэт – это команда. У каждой команды должно быть красивое и оригинальное название. Я подчеркиваю, оригинальное, креативное название. Я вам даю буквально 5 секунд, посовещайтесь друг с другом, выберите красивое название для вашей команды, время пошло. Ваша команда называется... Узкоглазки. Узкоглазки, друзья, аплодисменты! Молодцы, зато подходит, да, хорошо. Ваша команда называется... Друзья в узкоглазках. Друзья в узкоглазках, аплодисменты! Хорошо, да. Замечательно, и ваши... Здесь я даже не знаю, сейчас как они назовутся теперь, ладно. Итак, ваша команда называется... Брат и сестра. Брат и сестра! Забыл, давайте, родные, говорит, брат и сестра, да. Аплодисменты команде брат и сестра, замечательно. Итак, дорогие друзья, на самом деле конкурс очень простой, потому что он танцевальный. Да. Прямо сейчас каждую команду будет ждать выход в середину зала. Ваша задача, друзья, в танце покорить симпатии сидящих гостей. То есть выходите, танцуете, гости оценивают. В итоге мы проголосуем. И одна команда станет победителем в нашем конкурсе. Вот и все, собственно. Хорошо, договорились? Итак, дамы и господа, внимание, внимание, внимание. Мы начинаем наш праздничный танцевальный конкурс. И сегодня вашему вниманию будут представлены выступления трех замечательных, креативных, позитивных и жизнерадостных команд. И первой в середину нашего зала приглашается команда «Родные, брат и сестра». Подбурные аплодисменты. Вы знаете, дорогие друзья, раз уж у вас такой, хоть бы «Родные, брат и сестра», у вас получился интернациональный дуэт, да, поэтому мы для вас приготовили особенную музыку. Я думаю, что те, кто родился и вырос в Узбекистане, эту музыку впитали с молоком матери, вот честное слово. Дамы и господа, команда «Брат и сестра» представляет вам зажигательную «Андижанскую полечку». Поехали! Отлично! Это всего лишь вступление. И поехали! Зажигай! Владимир, молодец! Из вашего танца я понял, что вы совершенно не умеете танцевать антижанскую бойку, но у вас классная напарница. Да? Давайте поаплодируем еще раз команде брат и сестра. Внимание! Следующий, в середину нашего праздничного зала, выходит еще один замечательный танцевальный коллектив. Дорогие друзья, команда «Друзья в узкоглазах». Вы знаете, судя по названию, у вас очень много друзей-корейцев. Вот. А корейцы очень любят танцевать под музыку, под которую танцевать не умеют. Да. Я вам честно скажу, честное слово, да. Я даже вам больше скажу, корейцы даже очень плохо танцуют под корейские песни. Да. Поэтому сегодня мы для вас приготовили особенный музыкальный подарок. Дорогие друзья, сегодня команда «Друзья в узкоглазах» станцует для вас зажигательный танец родом откуда-то оттуда из Татарстана. Татарская пипя! Поехали! Хорошо!
Хорошо, вы думаете, татары так, да, танцуют? Да, ничего, зато весело. Вот, хорошо. Почему-то больше смакивает на еврейский танец, но ничего. Боже мой, что у вас с руками? Веселей? 5, 4, 3, 2, 1. Аплодисменты команде «Друзья узкоглазок». Аплодисменты, дамы и господа. Замечательно. Это было очень позитивно, очень весело. Ну, в общем, молодцы. Да. Да. Продолжайте в другом духе. Хорошо, итак. По всем законам шоу-бизнеса, последними обычно приглашаются самые большие, крупные, популярные мегазвезды. Сегодняшний конкурс не станет исключением. Дамы и господа, команда с самым креативным и оригинальным названием. Команда «Узкоглазки». Итак, внимание, дамы и господа, команда «Узкоглазки» приготовила для вас эксклюзивный танец родом аж с запада. Итак, зажигательный рок-н-ролл. Поехали! Веселее, не стесняйтесь, ну что вы, надо получить главный приз. Корейский союз нас только когда проигрывает. Веселее! Танцовка зато классная, да? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Аплодисменты! Вы знаете, дорогие друзья, если бы я был очень богатым человеком, и если бы я мог снять фильм, я бы ради вас снял фильм «Селяне 2». 20 лет спустя, вот на главную роль я бы вас не позвал. Итак, у нас есть серьезный подарок для жениха и невесты. Дорогие друзья, с вашей помощью прямо сейчас я бы хотел подарить нашим молодоженам танцевальный подарок. Можно? Итак, дамы и господа, дорогие друзья, сегодня вот мы тут с молодыми людьми посвящались, и я решил, что мы будем танцевать танец для жениха и невесты. На самом деле, мы с этим танцевальным коллективом объездили уже полмира, выступали на Казантипе, выступали на Ибице, еще в каком-то стрип-баре, да? Вот, везде нам аплодировали, кричали «Браво! Ура!», закидывали цветами, иногда помидорами. Вот, но тем не менее, сегодня только для наших молодых, самыми добрыми и наилучшими пожеланиями выступает команда «Танцующие чемпионы». Аплодисменты. Здесь должны звучать, да, аплодисменты. Вот, самое главное, за мной повторять движение, это просто. Договорились? Итак, маэстро, музыку погромче, поехали!